Бизнес-клуб при торгово-промышленной палате существует уже 5 лет. В следующий вторник как раз будут отмечать день рождения. За время существования в союз вошли более 90 предпринимателей города. На совместных завтраках рассмотрено сотни проблем и заслушаны десятки лекций о том, как вывести свое дело на максимально прибыльный уровень. Причем бизнес рассматривают с самых разных сторон, например, ведение Инстаграма предпринимателям. Когда мы начинаем соединять бизнес-аккаунт и свою личность, это не говорит о том, что мы выкладываем. Я вот, например, из вашего аккаунта не совсем поняла, что вы занимаетесь коврами. То есть, ковер. А здесь, зато я поняла, что у вас девочки занимаются, видимо, гимнастикой, потому что растяжка у них во. 24 сентября состоится большой бизнес-завтрак, на который приглашен глава города Дмитрий Кулагин, а также представители Министерств региона. Во вторник мы хотим обсудить такую злополученную тему. Это четырехдневная рабочая неделя. Это вот закон, который сейчас должен выйти, и мы тут просто бунтуем всем клубам, потому что мы хотим работать 7 дней, а у нас хотят сократить. Вот, и мы будем обсуждать эту тему. Отличие большого бизнес-завтрака от традиционного еще и в том, что туда могут попасть не только члены клуба. Можно сказать, день открытых дверей для всех предпринимателей, которые могут прийти посмотреть, как им комфортно, нравится, какое окружение, да, и выбрать, хочет он дальше развиваться вместе или нет. Большой бизнес-завтрак ознаменует начало нового сезона плодотворной совместной работы оренбургских предпринимателей, но не станет последним. Подобные мероприятия будут проходить раз в квартал. Алексей Чернов, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.